общей сложности эту идею его нашего год. Потому что было, я никогда ничем таким не занималась, даже приблизительно. Это, по идее, социальное предпринимательство. Я предприниматель вообще никакой. Ну и вот открылся наш магазин. Комментарии и мнения были совершенно разные, очень забавные, например, были комментарии. Это очередная попытка чиновников обмануть людей. Ну, то есть, там тоже надо было иметь какой-то характер, чтобы все это спокойно пережить, потому что чего там только не придумывали. На базе магазина, это же не просто был благотворительный магазин, что люди приносят, часть отдают, ну, допустим, там вещи отдаются, деньги отдаются на операции детям. Люди знакомились между собой, у нас, знаете, проходили какие-то мастер-классы, книгодарения. Очень много, кстати, книг было, там очень много людей паслись, ходили как в библиотеку, куча знакомых. Люди начинали, допустим, те же многодетные, встречались у нас и начинали помогать друг другу. Кто-то кому-то помогал найти работу, мы помогали людям восстанавливать документы, там, находить работу, устраиваться в поликлинике. Ну, то есть это вы, вот из просто из маленькой идеи, куда деть ненужные вещи, выросло вот такое огромное сообщество людей.